Спидран. Блять, я вот. Сейчас я настрою тут все. Так. Сейчас я лишнюю фигню выключу, а то у меня из-за этого лагает. Вот. Алена, зачем ты мне дала в бан в паблике в флейме? Я не помню, кому я что давала там бан. Если недавно, то там какой-то хайп был. Там кто-то что-то написал, кто-то что-то лайкнул. Короче, написали оскорбление то ли про Егора, то ли про меня. И если такое появляется, я сразу баню навсегда в обоих группах. И тех, кто лайкнул тоже. Так что извините. Смотрите, на что подписываетесь. Здравствуйте, мисс. Да боже мой. Тихо-тихо. Блин, мне там коврик мешается. Но я же попала. Минус 58. Привет, ребята, привет. Новый худ? Да, да. О, привет, Бис. Кукуша, как ты там? О, привет, Сереж. Найстеркл. Я лакнул твою фотку из видеоинтервью на Сладре, и ты мне за это бан дала. Там что-то еще написали. Я очень не люблю это видео, потому что я приехала в Питер. И просто вот на самом деле Питер меня подтолкнул на то, чтобы я менялась, потому что за год я не заметила, как я вообще поменялась. Как я набрала вес. Это, блин, вообще... Если бы не Питер, мне кажется, я бы даже не начала худеть и так далее. Но мне просто очень неприятно, когда вот люди там начинают кидать это все. Что с камерой? Алена, ты что, соло? Ну-ка меня возьми. Я так соло пошла. А что, мне камеру лучше, когда слева? Просто у меня вебка такая... Ой, не вебка, а худ такой, что iSports с левой стороны. Блин, так-то надо на
left. Как думаешь, кто вина в ВВП? Ребят, я ничего не думал. Я буду смотреть и... Не особо удобно смотрится. Вебка? Почему я жру? Все, что хочу, и худеет. Ну, бля. Ну, у всех по-разному. Все идиоты писали, семья и т.д. Боже, как мне было противно читать комментарии людей, которые нифига не добились. Да, вы понимаете, что я как бы на это особо так не реагирую, потому что это правда. Да, я не вижу из-за молотого своего же. Я такой, знаешь, захожу, лайк поставил, и мне в двух группах бан. Не надо так. Привет, Денис. Дела хорошо. Ты левша или правша? Я правша. 50 рублей минимальная сумма. А ну-ка, 15 вернула. Да у меня там какая-то хрень была, и я решила 50 сделать. Ребята, я скоро сделала Яндекс. Ну, параллельно. Donation Alerts. Это то же самое, только Яндекс. И там процент меньше, и так далее, и так далее. Надо будет потестить, когда я поставлю. Чё у меня такая стиха слышно? Чё, может, Савик? Не, не. Не буду просить. Привет, Лена, привет на вторых аккаунтах. На втором. Не на вторых, а на втором аккаунте будешь играть? Не знаю. Скорее всего, нет. Ой-ой-ой, я своему голову дала. Можешь разбанить Паби Егора, я правда не знал, что лайки нельзя ставить, прости. Но просто это подразумевалось как оскорбление или еще что-то. Зачем тогда просто так везде кидать все эти скрины с видео? Зачем это? Вообще нет смысла. Ты коп, ты коп. У меня в стране Яндекс. Минус 0. Да, у меня останется и Alert, и Twitch Alert. Да! Я только из-за гранат дохну постоянно. Это с кем в Японию? С Кэнди? Привет, Алин. Я дала тебе моторку на твой новый аккаунт. А кто ее замутил, алло? Ну-ка я сейчас посмотрю. Тиф, это ты? Ладно, ты Ализельза. Так.
попросила Аленку вернуть мне модерку. Знаете что? Она мне показала. Что я тебе там показала? Блядь, зачем я встала на эту щель тупую? Малая подрубила. Привет, Женька. Подождите, сейчас. У меня сейчас будет весь чат модеров. Теперь и Женя модератор. Я вообще не из-за нифига. Блин, я на Б тоже. Хрень сделала. Вот что-то плохое у тебя. Вы с Егором вместе живете, да. Уже как год. Я сегодня Кэнди написала. И что писала? Чтобы дала ей аккаунт погонять. Зачем? Что-то не похоже на Аленку. Чё, пистолета не будет? Ну ладно. Надо было выйти пострелять.